Традиционное перед началом уборочной страды семинар-совещание аграриев и ученых Жанакурганского района в этом году состоялся на базе хозяйства «Тугускен». Семеноводческое хозяйство «Тугускен» специализируется на размножении высококачественных семян. В этом году впервые 60 гектаров отведено под новый сорт риса «Сарсулуа». Тугускенцы также ощутили дефицит поливной воды. Тем не менее, сумели спасти урожай. На моем участке 511 гектаров риса. Также в этом году впервые засеяны 60 гектаров сортом «Сарсулуа». Экономно расходовали воду. Дроном распыляли питательные вещества, гербициды. В итоге планируем собрать по 60 центнеров с гектара. Основная работа хозяйства «Тугускен» – размножение высококачественных сортов риса и продажа хозяйством. Ежегодно мы засеваем 500 гектаров разных культур для заготовки семян. В этом году мы получили право на продажу семян пшеницы. Кроме того, начали подготовку семян люцерны и планируем весной продать более 10 тонн семян люцерны. В районе в этом году в общей сложности засеяно 36 тысяч гектаров. 12 тысяч из них отведено под зерновые, в том числе 7 тысяч под рис. Наши аграрии, несмотря на засуху, совместно с учеными использовали все возможности для спасения посевов и вырастили неплохой урожай. Регулярно обновляется сорта риса. Наряду с работой по повышению урожайности риса проводится диверсификация посевов. Здесь выращиваются пшеницу, ячмень, софлор, люцерну. Амина Усенова, Дәулет Сагит, Алмат Миндебаев, Тюрхан Хожахметов, телеканал «Кызларда».